незаконными вещами на выход. Самарские таможенники задержали крупную партию контрафактной одежды из Китая и Киргизии. Злоумышленники планировали доставить товар на рынки Самары и Москвы, причем продать хотели под лейблами известных марок. Детская одежда известных брендов, и все это под одной крышей. Единственная загвоздка – это контрафакт. Самарские таможенники обнаружили эту продукцию на пути из Киргизстана в столицу губернии. Изъяли не только детские, но и взрослые вещи. Предположительно, страна-изготовитель – Китай и Киргизстан. В Россию фура, груженная контрафактной продукцией, попала через границу с Казахстаном. Изъятие данного товара было проведено в рамках работы мобильной группы Самарской таможни совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Самарской области. Проводились мероприятия, и в рамках данных мероприятий было установлено транспортное средство, осуществлявшее перевозку товаров с Республики Киргизстан на территорию Российской Федерации. Всего изъято более 4000 единиц одежды. Нарушителям может грозить как административный штраф до 10 тысяч рублей, так и уголовное дело с лишением свободы на 2 года и денежным возмещением убытков. Если суд подтвердит контрафактность товара, всю партию уничтожат. Только за 2016 год в Самарской области таможенниками было изъято более 117 тысяч единиц незаконной продукции. На сентябрь этого года цифра доходит до 34 тысяч. Дмитрий Лобанов, Андрей Гастамаха, новости губернии. Тольятти.